Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Лефам. Композиция называется «Знаешь, какая сладкая твоя дрожь». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Какая сладкая твоя дрожь, когда ты со мной и в моих объятиях. Если бы я был мелкий теплый дождь, я промочил бы насквозь это лишнее платье, стекая медленно с локонов к шее, зацеловал твои пухлые губы, упругую грудь лаская смелее и по-мужски настойчивый нес грубо. Знаешь, какая сладкая твоя дрожь, когда ты со мной в моих объятиях. Глазами капель всю без стеснения рассматривал откровенье ближе. Дождь не нуждается в объяснении, чтобы к тебе прикасаться теснее, бесстыже. Знаешь, какая сладкая твоя дрожь, когда ты со мной и в моих объятиях. Если я был мелкий теплый дождь, я промочил бы насквозь это лишнее платье. Хотя знаешь, даже дождь не так властен, в него безумную добавляю страсть. Доверься мне, мое хрупкое счастье, прикипевшая нежность, в которой можно пропасть. Хотя знаешь, даже дождь не так властен, в него безумную добавляю страсть. Доверься мне, мое хрупкое счастье, прикипевшая нежность, в которой можно пропасть. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Знаешь, какая сладкая твоя дрожь.